Друзья, сегодня Золотая гора Пурнима. Это самая светлая, самая суперская Пурнима в году. И сегодня Лакшми Джаянти. И по этому поводу мы сегодня раздаем вот такие вот солнечные манго-фрукты. Это такие папады, знаете, как такие пластинки сладкие. Они очень полезные. Здесь только высушенная манго и больше ничего. И дети сказали, что они их очень любят. Do you like papa? This mango you like? They like. Мы будем смотреть, как они будут реагировать. Мне кажется, они будут очень счастливыми, когда будут получать эти сладости. Вряд ли они, конечно, их покупают сами по себе, потому что это достаточно дорого. А это детки из бедных семей. Благодарю вас, друзья, за вашу помощь. Будьте с нами.